Здравствуйте, с вами Ульяна и рубрика «Буктрейлер». Не только в Хогвартской школе чародейства и волшебства происходят события загадочные и страшные. И не с одним только Гарри Поттером. Перси Джексон, 12-летний американский школьник, едва не становится жертвой учительницы по математике. Хорошо, что ручка, которую дал ему мистер Браннер, учитель латинского языка, превращается в настоящий меч и помогает ему спастись. Но на этом беды Перси Джексона не кончаются. На побережье, куда они уезжают с мамой, на них нападает чудовище Минотавр. И друг Перси по школе, Гроувер, неожиданно пришедший на помощь, оказывается не мальчиком, а сатиром. Но главное приключение начинается позже, когда они с Гроувером добираются до лагеря полукровок. Читайте с удовольствием.